И снова здравствуйте зрители и подписчики моего канала, вы на канале Булат и Ко. с вами как всегда я Александр, пушистая мордашка Булатик спит, кто смотрел видео про наши прогулки сегодняшние мы уже два раза погуляли, на третий раз на вечер готовимся, ну в общем занимаемся, ну и тема на нашей сегодняшней рубрики рыбалка от А до Я, такая рыбная, рыболовная снасть, не рыбная, а рыболовная снасть называется Самадур. Такое название прикольное. Так что будем узнавать, что это за штука. И как самому себя обмануть, Наездить. Да. Как себя наездить? самодур. это Эта снасть представляет собой шнур, оснащенный на конце большим количеством искусственных мушек. Вернее, крючков, замаскированных рас... нацветными перышками. Вот. Конструкция самодур. Снизу он грузила висит или кормушка. И, а, ну да, грузила получается. И он мушки висят. Видите, такой гирляндочкой. Шнур бывает различной длины в зависимости от глубины водоема, на котором предполагается ловля. Обычно его длина 30-35 метров. Но при ловле скумбрии из тавритки достаточен шнур в 2-3 метра. На конце шнура привязывается свинцовая гиря весом до 300-400 грамм. Ну ничего себе такая гиря, если такой гирей можно само глушить. Первый крючок мушка привязывается в 10-15 см от груза. Остальные крючки числом до 15 на коротких поводках привязываются с таким же расчетом. Вот. чтобы они не цеплялись друг за другом. Наиболее подходящим материалом для подком является капроновая жилка толщиной 0,5-0,6 мм, стальная проволока или шелковая жилка. Привязывать крючки следует так, чтобы они не лежали параллельно шнуру торчали в стороны бородками вверх вся снасть должна иметь вид елочки для ловли мелкой рыбы окуней селедки или скумбрии применяют 12-15 небольших крючков номер 4 или 6 для более крупной рыбы применяют 4-5 крючков более крупных номер 1 или 3 для оснастки самодуров все крючки должны быть хорошо пролужены. это продохраняет их от ржавчины и дольше сохраняет поводки перышки к крючкам привязывают при помощи шелковой нитки. Во многих местах считают, что два голубиных перышка от сойки, а два голубых перышка от сойки, привязанные с тыльной стороны крючка, значительно повышают клев. На тыльную часть крючка иногда на напаивается небольшая блестящая пластинка. Мелкая рыба нередко засекается на каждый крючок, и чем больше их, тем лучше. Но очень большое количество крючков увеличивает длину шнура и затрудняет маневрирование всей снастью. Ну да особенно запутывание. При ловле крупной рыбы более большое количество крючков приводит даже к несчастным случаям. Чтобы избежать их, рыболов должен считаться с тем, что рыба берет обычно за нижние крючки, а большая, а большая часть верхних крючков остается пустой. Крупная рыба всегда при, Сопротивление делают сильные рыбки, чтобы ослабить их, приходится сдавать шнур, позволяя ему скользить между зажатыми пальцами. Когда это происходит на той части шнура, где, связаны, где навязаны крючки, то почти всегда они впиваются в одежду или в тело. Да, поэтому рекомендуется при ловле крупной рыбы привязывать не более 5 крючков. Вообще же самодур приходится монтировать крючками в зависимости от местных условий и нередко во время самой ловли. Вот так вот. Ну да, если так с крючками пойматься, ну короче, такое себе занятие, надо быть осторожным. Вообще техника безопасности в любом деле превыше всего. Да. Вот. В разные сезоны нужно применять различное количество и различные по величине крючки. У рыболовов обычно имеются разные самодуры. Одни на крупную, другие на мелкую рыбу, отличаются не друг от друга прочностью шнура, весом груза и количеством крючков. Есть насти со съемными крючками, крючки с самодуром должны монтироваться тщательно. Прежде всего надо привязывать поводок, которого до привязки должна быть сделана петля. Крючок надо хорошо замаскировать перышками. Ловля производится с лодки на глубине от 10 до 30 метров. Рыболов ставит лодку, разматывает шнур и опускает груз до дна, затем приподнимает груз на 20-40 см и начинает ловлю. Ловля заключается в периодичном поднятии и опускании снасти с легким подергиванием и напоминает наше блеснение. Поклевка даже мелкой рыбки чувствуется очень хорошо, а крупная рыба рвет с такой силой что трудно удержать в руках шнур. Это нужно заранее учитывать. Мотовильцы с оттатком шнура рекомендуется надежно привязать к лодке. Вон. Если к рыбаки, то поедете вы вместе с лодкой в далекие мандры. Да, хотел сказать, но потом, наш же канал культурная и вежливая. После первой поклевки следует немного подождать, поэтому, потому что другие рыбы могут засечься на остальных крючках. Когда поклевки рыбки окончатся, шнур надо выбирать аккуратно, слаживать его в лодку, чтобы предупредить спутывание. Да, что очень часто случается. Нижнюю часть шнура с крючками рекомендуется всегда складывать отдельно. Да, если лодка резиновая, лучше, чтобы она вообще висела за пределами лодки. На самодуре вываживание крупной рыбы производится проще, чем на удочках, потому что рыбе приходится не только сопротивляться человеку, но еще это сказывает бы собой груз с полкилограмма. С Не рекомендуется тащить крупную рыбу прямо в лодку на шнуре. Лучше подхватывать ее подсачком или багорчиком. На самодур ловится разнообразная рыба. Особенный Изумительные результаты достигаются во время хода рыбы, но ловить на самодуру во всех местах Черноморского побережья можно в любой день, когда нет штормовой погоды. Классические ловли на самодур нужно считать ловлю скумбрии и селедки, когда рыба косяками подходит к берегу. Редко бывает, чтобы какой-нибудь крючок остался без рыбы. Почти во все времена года на самодур берет окунь, ставрит, ерш и многие другие рыбы. Из крупных рыб на самодур ловятся катран, черноморская акула, горбыль. Беламида некрупные лососи. Конечно, их можно поймать только в определенные сезоны. Объясняется это особым образом жизни морских рыб, которые обычно кочуют вдоль берегов в связи с изменениями температурных условий и кормовой базы. Вот так вот. Так что самодура это морская рыбалка. Кто собирается на море, берете самодуры, погнали и подули на море. На море опробовали самодур, отписывайтесь, а как получилось. Кто что поймал, кто что, кому ничего, кому хлеб через плечо. Вот. еще дальше у нас тут насадки. Возьмем общие, да, насадки. Что у нас тут по насадкам? Насадки нередко играют решающую роль в успешной ловле. Ну, по-любому. Они подразделяются на животные, растительные и искусственные. К наиболее популярным животным насадкам относятся мотыль, крупный и мелкий кормовой, опарыш, крупный, средний и мелкий, репейник. Зимой применяется чаще, чем в другие времена года. Различные черви, навозный выползок, дождевой и тому подобное. Также к насадкам животного происхождения относятся множество насекомых и их личинки. Растительные насадки. Самый обычный хлеб на рыбалке чаще всего применяют белый. Тесто как обычные, так и ароматизированные, пареные зерна пшеницы, овса, других злаковых культур, пареный горох, вареный картофель, также к насадкам растительного происхождения относятся различные водоросли, их насаживают на крючок петлей небольшими прядями, особенно эту насадку любит плотва. Зелень также очень хорошо используется при ловле рыбы на течении. Период бурного клёва рыб на водоросли совпадает с усилением их размножения, цветением летом. К искусственным насадкам, да, тут что-то не написали, кстати, про болтушку. К искусственным насадкам относятся различные имитации насадок животного происхождения. Наиболее часто встречаются искусственные мотыль, опары, шрепеник, имитации других личинок. Наиболее применяемый материал при производстве искусственных насадок – силикон. Кроме того, при их производстве применяют различные ароматизаторы амортизаторы и всевозможные красители. Да, подкрасили, попудрили и погнали на рыбалочку. Недостаточно только запастись насадкой. Важно также иметь, уметь ее сохранить, относиться ко всем насадкам и приготовить более актуально для растительных насадок. Вот. Вот такие вот дела. Одним из важных условий успешной ловли рыбы является правильное использование снадок в различное время года. Вот. Важно знать, когда, как и какую насадку лучше применить. Ведь очень часто бывает, что одна и та же рыба на разных водоемах предпочитает разные личные насадки. Вот. Тут идут животные насадки. Тут будет он куча перечислений, где на их найти. Так что Ждем следующего дня, ровным счетом завтра, и готовимся просмотреть очередное видео про рыбалочку. Не забываем, прожимаем барский лайк, царскую подписочку. Вы были на канале Булат и Ко. Всех обнял, приподнял, поставил, где взял.